Всем привет! С вами канал Art Mania. И мы с Димочкой ходили в клуб. Да, Дима? Мы сходили в клуб. Дима вчера приехал от бабушки. Вот. Ну, Дима уже утомился. Сегодня занятия были 1,5 часа, обычно 1:10. Где-то так. А сегодня 1:30, 1:40, что ли, где-то так. Да, и Дима уже хочет спать. Вот, гуляем мы по этому же парку. Деревья уже голые, остались только елочки зелененькие, рябинка. Уже так мрачно, холодно, да? Сейчас мы идем за заказом моим в CityLink, за наушниками. Я заказала на наушники наконец-то. Мои ломаются, звук то есть, то пропадает. Вот, не очень удобно монтировать. То он громче, то тише. И вот, наконец-то, я дождалась, пока будет акция. И с акцией заказалась. На них, да, будет обзор, он выйдет где-то. Где-то выйдет, короче. Да, Дима? Дима спит уже? Ты уже спишь, да, Дима? Спишь уже? Да? Дима? Подошли мы к такому месту. Это у нас ракета. Домой я заходила в CityLink, заказала там наушники себе. Так, вот они у меня в мешочке. Вот, ну там, в принципе, видно. На них будет делаться отдельный обзор. И купила себе, чтобы флешки, короче, вставлять, USB вход. Потому что я предпочитаю на самом деле вот такая, потому что внутренняя, которая бывает внутри компьютера у меня вот на старом, она сломалась. Там что-то случилось, сломалось и все. А такую вот, если она сломалась, ее можно выкинуть, купить новую, снова там ее вставить. Мне кажется, она так проще, даже лучше. Вот. Вроде по отзывам она, ну, нормальная. Вот. Попробуем. На нее тоже будет, наверное, да, на нее будет тоже отдельный обзор. Димочка сегодня ходил у нас на занятия. Кстати, в четверг его водила его бабушка, моя мама, на занятия. Вот. И он с бабушкой очень такой хулиганистый.
И на занятиях, конечно, он был тоже очень хулиганистый, все там разнес, все там это, покоя не было от него. Вот. И мамы даже удивляются, говорят, Надя же, он такой был вообще хулиганистый, говорит, а ты привела его, он такой спокойный, ходит, говорит, что-то у нас Диму не слышно, говорит, странное, он спокойно такой ходит, занимается, все. Я думаю, слава богу, он хоть со мной спокойный. Вот я его вчера домой привела от мамы, к маме пришла, а он такой носится, носится, все сдирает, с полок все скидывает на пол, прям такой шебутной такой. Домой сюда привожу, я думаю, все, он мне сейчас телевизор там снесет. А телевизор стоит у нас на тумбочке, а он стоит, вот чуть-чуть вот тумбочку дотронешься, а телевизор большой, он начинает сразу вот так шататься. Я думаю, все, он мне сейчас его снесет. Он хоть и привязан там веревочкой сзади, но все равно, как бы он плохо стоит, телевизор. Там сейчас он мне его снесет. Нет, ребенок пришел такой спокойный, все, такой разделся, ходит, что-то мне рассказывает, показывает игрушки. Совершенно другой ребенок, ощущение, как будто пока мы шли там по улице, мне просто ребенка подменили. Ну вот, видимо, он чувствует, что с бабушкой можно хулиганить, она сама бабушка такая хулиганистая, и он этого, это чувствует, и поэтому, наверное, так вот. Ой, никак, вот все дрожжи идут, идут, и никак не подходят. Подходили, две ложки сахара положила. Я всегда кладу по две ложки. Всегда подходила нормально. А в этот раз опять положила, две не подходят. Еще одну сверху бросила. Вот они более-менее подходят, но никак. А я так уже устала. Пришли мы еще поздно, пришли мы почти в 3:00 домой пришли. Пока мы дошли, он меня засыпал. Я говорю, давай ты не будешь сейчас спать. Я потому что знаю, если он сейчас уснет, то он дома уже не будет спать. Прошлись несколько кружочков пешком, чтобы он распросонился. Пришли. А тут внизу соседка, болтушка. И главное, она болтает без умолку и быстро. Прям та-та-та-та-та-та-та-та-та. Как автоматом вот стреляет. Та-та-та-та-та-та. И говорит. Еще так она встала. То есть вот тут дверь у нас, тут мы стоим. И она между дверью и нами встала, что я даже повернуть не могу ее обойти. И стоит и та-та-та-та-та-та-та-та. Что-то там рассказывает про какую-то там свою соседку. Как она там жила. Думаю, господи, мне это нафиг не надо. И не остановишь. Я говорю, все, говорю, ладно, мы пойдем. А, да-да, вам обедать же надо. Говорю, да, говорю, у меня ребенок голодный. Ну, как будто мне это интересно прям. Вот, и вообще, я думаю, я домой пришла, ну, господи, бывают же такие люди, которые без умолку, та-та-та-та-та-та-та-та. Думаю, ведь у нее родственники есть. И главное, интересно, она говорит, как будто это, как скороговорку. И сама смотрит в другую точку, в одну точку, та-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 та, и болтает. А я так на нее смотрю, думаю, господи, мне разве это интересно? Кто-то где там валялся, там, в чем валялся он там? Ну, мне вообще по барабану как-то на это. Я вообще, кстати, я вообще даже не хочу знать о своих соседях, кто у меня соседи, где там, какие живут, я не хочу ничего знать. Так, сейчас буду ставить я хлебушек. Уже пора, я как раз хочу, чтобы он подошел к капусте. Хочу сегодня тушеную капусту с хлебушком, с маслом. Вообще я люблю... С черным хлебом меня мама приучила. Черный хлебушек и тушеная капустка. Ну, что-то мне черный хлеб сегодня делать не захотелось. Лень. Он что-то немножко долго делается. Я захотела сегодня белый хлеб. Уже у меня дрожжа подходит. Я смотрю. 3 ложки теперь надо сахара класть. Вот. Все, пойду я делать сейчас хлебушек, а то еще хочу полежать, отдохнуть. Устала, пока там подымались, пока это все. Я вам потом покажу, как у меня хлебушек получился, капустка, потом все это покажу. Все, давайте, не прощаемся. Здесь у меня капустка, как и обещала, и хлеб не поднялся. Что-то у меня уже второй раз не получается, не поднимается. Помните, как было у меня? Большой такой сверху, прям такой горой. Нет, ну все, что-то второй раз не получается. Не знаю почему. Те же самые дрожжи использую, все то же самое. Но нет, не поднимается. В следующий раз буду в своей форме. Чтобы он хоть чуть-чуть попышнее был, а то в этой получается ужасный хлеб. Черствый какой-то, он вообще плохой получается. Вот, и здесь у меня капуста с помидорками. Вот, и также у нас там белье стирается. Да. Сейчас будем кушать с Димочкой.